Всем привет! Мы снова у Мэгги на Лозе. Кто такая Мэгги и что такое Лози? Я рассказываю вот в этом видео. В прошлом году мы побывали у Мэгги в начале мая, когда еще только намечался будущий урожай. И тогда мы познакомились с необычной для нас системой сбора дождевой воды для полива, которую используют болгары. А еще Мэгги показала нам тогда свои огородные инструменты и то, как она ими работает. В этот раз я приехала в начале июня, когда уже созрела черешня и клубника, поспел горох. Бригада идет собирать черешню в кофочке. Вот это ягодки. Крупные? То есть она не вся должна быть красненькая. Страхотно. Страхотно? Значит, прекрасно. Вон они, ягодки. Сорта этаков. Полное было красное. Да. Чай готовый без того. Ой, а там прям лес. Этой клубники. Не дай вам, сорта без таков. Ягодка такая интересная у меня попалась. Поймешь, как цветочек или бабочка. Только на срежу солнце там и блестит. Не видно, да? Да, в горе, да. Кордона на татка еще видно. А это яблоки, да? Да. Вот просто один на другом. Не знаю, как это. Все, бачу, дрянь земли. Ну, выма. Прямо между рядами этого винограда клубника сама растет. И такая крупная. Вкусная. Красивая. И Роза упорно ходит за нами. Вот так все вроде бы собрано, скучено. И такие урожаи собираем. Это бутылка птиц отпугивать? Это трака у твоей, да не идут косарите, да идут грозды. Косаретка, птичка. Ну вот я говорю, от птичек. Тут в тепличке помидорчики цветут уже. Огурцы тоже цветут. Здесь помидоры с огурцами. В открытом грунте. И это что здесь? Вот черная пленка, я смотрю, постелена. И полив. Капельный. Да, через этот шланг идет. Капельный полив сейчас очень популярен в районе Варны. Царевица, а вон смотри, жук колорадский. Кабель. Вон. А, да. Шишилка. Шишилка, а это по-нашему стручок. И что мне полно. И как увидишь на личисички тебе готовы, ты его хвастаешь за корена. И это как бы трогаешь. И сам оно утреватка. Как интересно. А по твоей саморасовой копар. Еще трогаешь за корень из земли. Это как бы хвастаешь, это ванишь тялту. Это вот то излиза, и его собираешь така, и после по-лесно се чисти. Ето, то излиза, ето. И така, като го събереш, като го търгаш. И пък това е саморасла салата. Салатка. Из-под гороха вылез салат. Не знам, просто вятъра ги носи по някой път. А то е поветица. Не знам дали знаеш. Знаю, то е, у нас такова. Откъснеш,
сърняка, вот... И да. Тося забива от другия край. И пак поникла. Тръгва. Это в этом году новшество. Вода идет на участок, но идет она из резервуара. Опять-таки дождевая вода, где собирается. Угу. Другия път и баница ще ви направя. Сега много екстремно така, набързо. Вся дождевая вода с крыши стекает в резервуар, который находится вот у нас под ногами. Не видно. Чакай малко, молчите, 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 молчите. Что за это? Этим ведром при необходимости достают воду из резервуара. Защото няма как да напълниш. Пак така вися, като я пуснеш. Тя потъла. Оп. И вадиш вода. И съм много доволна. Новая кухонная мебель, которую Чевдар, муж Мэгги, сделал своими руками. Мамалко трябва го задушим. Сам го направи всичко. Это свекор Мэгги, который построил этот дом вместе с двумя своими сыновьями. Они были тогда еще совсем небольшими мальчиками. Да, Чевдар на него похож. По образованию он инженер. Это его книги. Русско-болгарский технический словарь. Свёкор небольшого роста, и дом сделал под себя. Поэтому Мэгги, а особенно Чевдару, приходится все время беречь голову и наклоняться при входе в дом. Что я прав той? Только всичко те железа, които виждаш, заедно со столбата, без всичко сам е прав. Чевдар му е помагал много. Било е дете, когато са го правили. Мэгги преподает в школе математику. И совершенно уверена в том, что ручной труд развивает мозг. За солнечную энергию разговариваем, занимаемся трудом, да историческим. Вот что, вот ручная труд, какого няма, сам то еще скажу. За что-то развива мозга. Точно. Ручная труд – это то, което развива мозга. Потому что напрямую связано. Точно така. Ей, един човек да ме разбере. И знаеш на колко хора съм обяснявала, никой първо не вярва. Вот так и общаемся. Мэгги с Чевдаром говорят по-болгарски, я по-русски. Главное, что мы вполне понимаем друг друга. Ну а когда понимаем не сразу, то разбираемся потихоньку. Вообще кто? За кусотата? Зарандах. Ама тате? На сарната. На сарничката. Не знаю, кто такая сарничка. Ами, като е лен, само че по-малък вид. А, лань. Тате. По-русски. Тате, това кусота го знам от това. От... Един разказ. Не мог, ни. Оф, престани така да говориш на майките, ти казвам, вече прекаляваш. Аз говоря, няма ме прекъсвам. Държи се. Това го знам от юконски ветеринар. Какво знаеш от там? Ну и семейный болгарский ужин. И тут без ракийки никак не обойтись. Тем более, что Чевдар варит ее сам. С ягодой, что ли? Но про это будет отдельное видео. Так что ждите новый репортаж с Лози, болгарской дачи. Еще какой о! Предыдущее видео про Лози посмотрите, вам будет интересно.